Невероятное зрелище, да? Целая армада жаб. Вода просто-напросто аж бурлит. Я такого никогда не видел. Они не квакают, а что-то там какие-то такие звуки издают. И над этим лесным озером просто стоит такой сплошной гомон. Да. Чудное озеро. И в этом сезоне мы около него впервые после того, как сошел снег. И это здорово. Да. А у нас сегодня большой пробег. И что там будет дальше? Наверное, будет тоже интересно. Ну, вперед. Лес полностью растаял. И даже можно было сказать, что сухо. Но все-таки где-то вот, где бегу, и такая переувлажненная земля. Ну, скажем так, не грязь. Ну, достаточно влажно. Ты знаешь? Да. Наверное, мы сразу с тобой буквально в начале пробега попали. В принципе, не будет секрета, но скажу себе, что я запланировал сегодня, думаю, авось, если получится, тут можно еще увидеть. Вентиляции две трубки и такое небольшое возвышение в этом месте, и я нашел его благодаря только навигатору. Если бы не он, я бы сюда не вышел, потому что ну как ты найдешь? Ты знаешь, как всегда, что-то вот у меня удерживает. Спускаться в те места, которых не ясно, что будет. Наверное, не страх, а здравый смысл. Ты один, на километры лес, и если везде попусту рисковать, то наши беговые путешествия могут закончиться не очень хорошо. А так мы получаем удовольствие, а адреналин мы сами дозируем. Что у нас? Затык. Туда, прямо, в ту сторону. Оттуда мы бежали
Да. Надо смотреть карты. Да, карты показывают, что в ту сторону у нас населенный пункт. Туда как бы, ну, совсем дорога такая. Да. Мало кто пользует. Наверное, здесь она уже и заросла. Но будем пробовать в ту сторону. Бежим. Лес такой классный. И не совсем рафинированный. И в то же время среди этого бурелома все-таки есть какая-то надежда, что этот тропа нас выведет в правильное место. А вот и первая такая необъятная лужа. Вода рыжая. Не знаю, от чего она рыжая. Может, от каких-нибудь от пыльцы или еще от чего. Тут, конечно, надо просто обогнуть сквозь лес. И все дела. Симпатично. Не помню, чтобы... Да, после снежной зимы эта лужа уже такая не зимняя. Классно. Приятно было на нее поглазеть. Смотри. Смотри. Еще что-то. Кто-то. А. Копали медь. Если копали медь. Конечно, встречаться тем, кто копает медь. Мне как бы не хочется. Что там? Ну, ничего такого. Даже не знаю, как такая штука называется. Вроде и не бункер. И вот сверху такая площадка. С таким вот, наверное, что-то стрелять. Ну, в общем, еще совсем неожиданная находка. И, честно говоря, я про нее нигде не читал. Это я не знаю. Честно говоря, я в замешательстве. Еще какое-то сооружение в лесу. И теперь уже понятно, что оно явно какого-то военного назначения. И их тут столько много. Теперь уже получается, что опять такая же вот штука. Высокая. Тут что-то такое. Сверху вот крыша. Чтоб нам туда не завалиться.
ту крышу. Но что там, уже не знаю. Такая штуковина. В общем, я не знаю, что это такое. Но факт, что, наверное, это для стрельбы, для какого-то оружия. Да. А это, я думаю, настоящий прикол. Ну вот, нету там снега. Нету нигде снега. Вот здесь куча. Кто ее сюда насыпал? Куча снега. Среди леса. Ну, ну ладно, давай. Кому-то, знаешь, пригодится освежиться разгоряченному. Ну и что ты думаешь? Следы. Ладно бы бегущего человека или от велосипеда. Но теперь я определил. Кто-то ехал на лошади. И от копыт следы. Да. Вот тебе, пожалуйста. Ну, на лошади я бы тоже здесь поскакал бы. Такая красота. Ладно. Ты знаешь что? Первый у нас такой классный бег в этом теплом сезоне. И все сегодня удалось на славу. Это классно. Да. А я буду завершать сегодняшний фильм. Живи ярко. До следующего пробега. Пока-пока-пока.